Что это за гробы, я не понимаю? Это, наверное, зомбаки там эти гроба, да? А, ну это типа Франкенштейна. Как Франкенштейна сейчас в газетах. Она уже что-то там посочилась. Ага. А что там вообще в этих гробах было? Это мой персонаж, да? Кстати, графика офигенная. А что тут на лице, я не понял? Вы видите полосы такие на лице? Что это за полосы, я не понял? А, у него ПТСД. Посттравматический стрессовый дисбаланс или как-то там, я не знаю, как по-русски будет. Так, ну ладно, что, пойдем погуляем тут. Так, что это такое? Куда пошел? Подожди, Вась. Нам надо проверить, что тут есть вообще в комнате. Наверное, там оружие что-нибудь взять с собой. Так просто отсюда валить нельзя. Опа, что это такое? Это я, наверное. Так. To pop, come back soon. Это, наверное, папа, возвращайся скорее. Это сын его, наверное. Что он сам похож на сыночка, на самом деле. Он так, он похож на паренька 18-летнего максимум. Чего? Что за фигня? А что там труп делает в шкафу? Ключ бери, дебил, куда ты за монетами потянулся? Сразу видно, цыган. Так. Надо изучить труп. А что с ним стало-то, а? Его, по-моему, избили. Не, подожди, надо его... Надо его обследовать, может, там что-то есть у него. А что, ничего нельзя сделать? Все, да? Ну ладно. Так, ну-ка, а тут есть что-нибудь? А, это ключ от камеры, наверное, этой. Изи. Подожди, а почему? У меня вопрос. Если этого мужика убили и заперли в ящике, да, вот в этом. Эта дверь была заперта изнутри. Кто его мог... Может, он сам убил этого деда? Мне кажется, он сам его убил. Значит, это он его убил и туда засунул. Никто другой этого не мог сделать, правильно? Да куда ты идешь, ты? Так, сюда давай. Так, что у нас тут, а? Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. И вы, Ваня, друзья или нет? Что-то не так. Давай выбираться. Так. Апа, а что за кровь тут? Это какой-то детектив, а не игра. Это не хоррор, это детектив какой-то. Алло, Вась, повернись, куда ты смотришь? А тут посмотрите, чем... А. Так, еще тут что-то есть. Тор... Мне эта игра уже не нравится, братва. Так, что тут? Small items, подельник, Артур Миллер, рядовой, мелкая кража, одни сутки карцера. В шкафчике Миллера были найдены вещи старшего офицера, вещи возвращены владельцу. Среда, Дэвид
Давит ряд на нарушение режима. Тут, наверное, как что-то есть, да, в этом. Что полезное тут, наверное, есть. Ладно, хрен с ним, я читать не хочу это. Что-то я не очень люблю читать, на самом деле. Ага, тут, наверное, код какой-то нужен, да? Или ключ, что тут надо вообще? Ну-ка. Рядовой Чарльз Андерсон находится в увольнении и пребывал в нетрезвом состоянии. Это не Чарльз Андерсон, это какой-то Иван Петрович там. Привет, ты из... За один стрим хочешь пройти? Да не, я просто, ну, типа, смотрю, что это такое. Еще что-нибудь тут есть? Может, здесь что-то в карцере есть? Ну-ка, давайте чекнем. А ну-ка, зайди сюда. Блин, как неудобно, а камеру никак нельзя поменять. Так, ладно, дальше идем. Тупо мимо прошел. Это что, это выстрел или что это? Так, спокойно. Нажмите S, чтобы попасть в так. А! Да ладно, это какой-то Guitar Hero, блин. Что за фигня? Что происходит, Вась? Не говорите мне, что он сейчас сам себя застрелит. Это он стрелял, да? Нифига себе. По кому он там стреляет? Такое ощущение, что на этом корабле всего три солдата. Это я, вот этот вот и вот этот вот капитан. Других людей вообще нет. Ага, вот это. Что это было? Вот эта зеленая хрень, кстати, на полу. А тут бегать можно вообще? Это, наверное, на палубу дверь. Чарли, сюда! Включи субтитры. А что, не включено? Сейчас, подождите. Графика, звук, язык. Включи субтитры. Назад. Действительно, хотите сохранить? Да. S. Да ё-моё! Подожди, а ну еще раз давай попробуем. Твою мать! Не говори. Просто слова из моего рта вытащил. Нифига себе, его покоцали. Так его застрелили ли? Оружие у него заберите хотя бы. Сейчас бы Господи, без оружия ходить. Еще покойник. Кому-то повезло. А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой. Он был здоров, как бык. Вот бедняга. А что у него с глазами? То есть, может, тут что-то есть? Ну, давайте посмотрим. А, понятно, ничего нет. Здорово всем, здорово випы, добро пожаловать, здорово обычные зрители тоже. Ребят, поставьте лайк по стриму. Нет, стрим я не буду сохранять, ребят. Можете записывать, если хотите там перезалить или что-то еще. Удерживайте, чтобы идти быстро. Ну, я удерживаю. А, shift, наверное.
Слушай, хочу спросить, ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах? Ха, ты похож на ходячую развалину. Эй, Чак! Твою! Видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? У него что, галлюцинации? Мне надо оружие, срочно. Я не могу пустыми руками здесь ходить. Чарли, иди сюда. Привет. Привет, Кавказ стример. А кто их поубивал, я не понимаю. Наконец-то хоть что-то взяли. А этому нож в руки дали, найс. Это эко-раунд, пацаны. У них закуп только на следующем раунде будет. Когда Казич, не знаю. Блин, вот эти скримеры меня уже начинают доставать. Так, ребят, чат не отвлекайте, давайте я пытаюсь вникнуть в эту игру. Эй, иди сюда. Это сын, наверное, его. Я на 100% уверен, что это его сын. Только не это. Чарли! А где его тиммейт? У него глюки, по ходу дела. 100% его сын. Я ж говорю, ты его сын. А, братан, сорян, но тебе кабала. А, да это... Сердечный приступ или что? Он от сердечного приступа умер. СОС, помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? А, ну давай же! Давай же, черт возьми! Что происходит? Это что за хрень? Ни хрена у нее там рук, у нее 4 пары рук было или 2? Там монстр какой-то на него напал. Что происходит, Вась? Ужас какой-то. Я просто не понимаю, что происходит в этой игре. Реально Титаник. Это что за хрен? Что это такое? Это титры промотает. А как промотать-то? Нельзя промотать-то.
Алло, как промотать? Лысый, ты куда идешь? Story by Supermassive Games. Это что, Шерлок Холмс? Лицо знакомое, по-моему, это актер какой-то. А, так он не лысый? Это вы. Приветствую. Здорово. В моем хранилище. Окей. В смысле хранилище? Что там нашел? Ну-ка, делись. Только не показывай нам свои старые фотки семейные. Я хранитель. Хранитель историй. А, понятно. История любви и злобе, жадности и красоте, угу. Жизни и смерти. Таких так. Историй, как это. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Я понял, давай ближе к делу. Безвременно. Спасибо за 50 рублей, брат. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти. Walking Dead, да, знаю. Неизбежно. Такова плата за прожитую. Что за чеда в чате, алло? Рано или поздно ее отдает каждый. Дима Масленников. Но никому не хочется платить больше срока. Правда? Угу. Как и в жизни... У действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Окей. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Ага. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Так. Сумеете найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или, точнее, решение, которое приведет к нужному вам результату. Окей. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Окей. Угу.